в аппарат-посту радиостанции тихо. Судовые радио смолкают. В наушники просачивается едва слышная музыка. Тарумов обернулся и увидел Мусю. Ты что, Муся? Тоска какая-то. Арсен, говорят, в прошлом году сгорел нефтевоз «Партизан». Что ты, Муся? Твой муж в машинном отделении, там опасность меньше. Ты это про Басова? Да. Так он мне не муж больше. Как так? А просто. Мы с ним расстались. Расстались совсем. Знаешь, мне кажется, он и не любил меня никогда. А может, и любил по-своему. Не пойму я. Он такой странный. Только он уехал, и все кончилось. Нет, ты не думаешь, что я за него боюсь. Арсен гладил ее плечо и думал о своем. Он думал, что должно быть тот человек чем-то оскорбил ее. Она несчастна и не может забыть. Он чувствовал гордость от того, что она доверилась ему и искала у него сочувствия, как бы объединяясь с ним против того неприятного человека, ее бывшего мужа. Непрестанно шелестит вдоль бортов Дербента зеленая вода. Лениво отваливаются белоснежные пласты пены. Рассыпаются по волнам и бесшумно лопаются мириады пузырей. Перед закатом солнца вышел на палубу помполит Бредис. От жара и недомогания губы его запеклись, как темная присыхающая рана. Помполит едва стоял на ногах. Из дверей машинного отделения вышел Басов. Ты здесь? Зачем ты ходишь? У тебя жар, Бредис. Я тебя искал. Знал бы ты, как надоела мне каюта. А тут столько дел. По моим подсчетам, Дербент не довез более 20 000 тонн груза. Опоздание складывается из мелких задержек при погрузке и сливе мазута. Растет в пути. Из-за недостаточной скорости. Кто виноват в этом? Мы виноваты, партийцы. Я виноват. Не должен валяться в такое время. Обязан глядеть в оба. Конечно, виноваты и ты, и другие коммунисты. Надо было бороться. Коммунистов у нас не так уж много. Ты да я. Да еще 5 комсомольцев. Выходит, мы с тобой главные виновники и есть. Ты сам измучился, я вижу. Собственно, я не имел тебя в виду. Ты, друг, не спеши. Не показывай на себя пальцем. Виноваты мы или нет, про то другие будут думать. Вышибут из партии, и конец. Пошлют на наше место крепких ребят. Только я сейчас не думаю об этом. Ведь машины у нас новые. Грузовые устройства в порядке. Значит, дело в людях. И мы еще можем выправиться до конца навигации. Мы еще план перевыполним, а не только долг отдадим. Ты хорошо говоришь. Но я не понимаю, на что ты надеешься. На самотек? Ой, у нас тут подобралась удивительная публика. Да.
У них, видишь ли, нет внутренней связи с делом. Они равнодушны, как святые. Для них пусть все горит огнем, наплевать. Возможно, что Котельников прав, и это просто сброд. Но рядом другие суда изо дня в день выполняют задания. Например, Агамали. Туда попало много демобилизованных краснофлотцев. Это прекрасные ребята. Недавно они подняли насмех наших мотористов, когда те покупали хлеб в пристанской лавке. Вы, говорят, тихоходы, гробы на мокром месте. Радист говорил, что у них там чуть до драки не дошло. Это хорошо. Хорошо. Потом на Агамали получили премиальные, а у нас премиальных не будет. Это хорошо. Одним словом, нашим надо всячески давать почувствовать, что они худшие из худших. Постой, товарищ, ты что-то не то говоришь. По-твоему, выходит, что все дело в самолюбии да в заработке? Но это же неверно! На фронте мы, милый, насмерть бились и премий за это не получали. Да все, что ты говоришь, мне известно, и им, пожалуй. Только мне кажется, иногда возить мазут труднее, чем драться на фронте. Они знают, что стране нужно горючее, но они не чувствуют себя ответственными за дело. Они спят на вахте, безобразничают в порту. И вообще, я не могу говорить с ними о значении перевозок, пока они не поймут своего стыда. Ты что, презираешь их, что ли? Нет. Не презираю. Конечно, они свои. С помощником Алявдиным у меня был бы другой разговор. Но все-таки разные они. Трудно с ними. И с командирами нашими тоже сложно. Везде сложно. Слушай, Басов, а, пожалуй, ты прав. Если бы можно было организовать соревнования. Организуем. Между прочим, курить на палубе вредно. Можно взлететь на воздух. О, черт. Как-то я мог забыть. Что? Хуже, чем на фронте? Да, пожалуй. В этот день все шло обычным ходом. Сменялись вахты, принимались по радио метеосводки, проводились политзанятия. Только без нужды часто поднимались моряки на спардек и поглядывали оттуда на юг, где за синей чертой утонул берег. После полудня там появилась еле заметная точка. «Жмет!» – возвестил Дагайло торжествующим фальцетом. «Агамали идет! Обгонит он нас к вечеру, браты, за милую душу!» Басов появился на мостике в тот момент, когда корабли поравнялись. С мостика было хорошо видно все, что происходило на палубе Агамали. У борта его неподвижно замерли фигуры людей. Другие тащили по палубе конец троса. «Озорничают», – тихо заметил возвратившийся Дагайло. «Видишь, конец притащили. На буксир, мол, возьмем». «Принимай буксир, Мустафа», – сказал он, оглядываясь и как бы приглашая других посмеяться. «Твоя машина все равно ни черта не тянет. Эй, Мустафа, не упускай счастья!»
Гусейн рванулся, как ужаленный, и взмахнул кулаком. Перекошенное болью лицо его исказилось. Отойди от меня! Горло вырву! Чего вы орете? Понятно. Эти моряки нас и за людей не считают. А ты смеешься этому, Хрулев? Таких у нас много. Им на все наплевать. Из-за них и мучаемся. За плечами у Басова кто-то заворочился и жарко дыхнул в шею. Басов уверенно повысил голос. Мы можем утереть им нос. Пускай они сейчас на первом месте, а нас ругает каждая собака в нефтегавани. Мы все-таки можем забить их. Первое дело – наладить двигатели. Потом экономить время на стоянках. Экономить. Беречь каждую минуту. Штурманам следить, чтобы вовремя оттягивались от берега при погрузке. Чтобы не садиться на мель. Отремонтировать на ходу вспомогательные дизеля. Да под нами вода закипит, если захотим. Посадки на мель в мою вахту не будет. Неожиданно горячо заявил штурман Алявдин. Чё толковать? Давайте возьмемся, сказали сзади негромко. Возьмемся, что ли? Котельников сказал, сосредоточенно обкусывая ногти. Соревнование им надо объявить. Вот что. Что-то больно нахально. Может, ничего не выйти. Обязательно объявить. Объявить? Вызов по радио передадим. Но сейчас не в этом дело. Раз решили, на стоянке придется работать всей машинной команде. Наступило короткое молчание. Козов, засунув руки в карманы, принялся разглядывать гладкую поверхность моря. Моторист Газарьян промолвил, глядя под ноги. Как это без берега? А вот так. Кто сойдет на стоянке, тот подлец. Все останутся, не беспокойся, Гусейн. Плевки получать никому не сладко. А кто сойдет? Ну что ж, помехи меньше. Басов кивнул Гусейну и направился в машинное отделение. Но его нагнал Володя Макаров. Александр Иванович, ребята будут работать в машинном отделении, а как же я? Радиорубка в порядке. Тебе нечего делать в машинном, ты не механик. А впрочем, черт, не в механиках сейчас дело. Приходи, обязательно. В машинном отделении люди толпились на решетках, разговаривали друг с другом, стараясь перекричать грохот. Басов с волнением приглядывался к тому, что происходило вокруг, и особенно к тому новому выражению, которое было на лицах людей. С них как бы слетело ленивое оцепенение и сменилось выражением нетерпения и горячего любопытства, какое бывает у людей, впервые вложивших душу в серьезное дело. Команда столпилась перед измерительными приборами. Стрелка тахометра быстро ползла по шкале. Она, не останавливаясь, перевалила через цифру 100 и двигалась дальше. 105, 107, 110. Вокруг взволнованно загудели, задние поднимались на носках, чтобы лучше видеть. Двигатели гремели на полном ходу. «112 оборотов!» – торжествующе крикнул Володя на ухо Гусейну.
Эх, гляди, Мустафа! Да, значительно протянул Козов, морща нос лукавой улыбкой. Что ж, потягаемся теперь, Сагамали, Александр Иванович. Гусейн выбрался на палубу и присел отдохнуть. Огни порта отступали во тьму. Ветер бросал вниз клочья дыма, и они трепались по палубе, цепляясь за выступы люков, как куски серой ткани. Гусейн видел, как вышел из машинного отделения старший механик и остановился в полосе света, падавшей из двери. «Подойдет или нет?» – подумал Гусейн, отворачиваясь. Ему казалось, что если Басов подойдет и заговорит с ним теперь, то произойдет что-то очень важное, отчего изменится вся его жизнь на судне. Позади раздались шаги, и он вздрогнул, почувствовав руку Басова на своем плече. 112 оборотов дали сегодня, Мустафа. Ребята бушуют в столовке. Ничего подобного они не ожидали. Но ведь это только начало. Надо поддерживать двигатели в таком состоянии. Форсунки часто засоряются. Вот сейчас темно, не видно, какой дым. Давеча черный был, сажи много. А теперь как будто чистый выхлоп пошел. Дым ерунда. Дым – это дым. Тебе сейчас на вахту, Мустафа? Сейчас пойду, отдохну малость. Ничего особенного не случилось. Они обменялись деловыми замечаниями и готовились разойтись. Вероятно, по рассеянности Басов сказал ему «ты». Да, верно, это вышло у него машинально. Ведь Басов на «ты» только с комсомольцами. Еще я хотел поблагодарить тебя. Если бы не твоя помощь, один я ничего не могу сделать. Какая тут благодарность. Да разве я один? И тут неожиданно произошло то важное событие, которого смутно ожидал Гусейн. Он схватил руку механика и стиснул ее с такой силой, что пальцы их слиплись. Эх, Александр Иванович, милый друг. Телеграмма, посланная по радио танкеру Агамали, гласила следующее. Вызываем вас на социалистическое соревнование по выполнению плана перевозок. Согласие сообщите. Предсудкома Котельников. Сам предсудкома топтался за спиной у радиста, пока тот работал ключом. Может быть, они и разговаривать с нами не захотят. В самом деле уж очень нахально с нашей стороны. Ведь у нас задолженность не покрыта. Володя выключил передатчик и повернулся на стуле. А мы тогда их обгоним неофициально, и они вынуждены будут это признать. Не все ли равно? Мы бросаем им вызов. Мы, 45 человек с Дербента. Шикарно, а? Удивительная штука соревнования. Теперь уж я не могу спокойно ждать, пока нам подадут баржи. Кажется, я сегодня изрядно попортил нервы этим флегматичным молодцам на рейде. Однако баржи-то вовремя подали. Обгоним ли? Обязательно. Обгоним. Из-за края моря простучал, наконец, небрежный ответ. Согласный. Если вы не шутите, наши условия – перевести 25 тысяч тонн сверхплана, сократить простои, выполнять ремонт на ходу. Кончаю.
В рубке поднялся шум. Телеграмма переходила из рук в руки. Гусейн схватил со стола телеграмму и быстро вышел. К механику побежал, подмигнул Хрулев. А его ведь, Гусейна-то, за хулиганство судили. Вы знаете? За пьянку, угрюмо поправил Котельников. Зачем болтаешь зря? Поганый у тебя язык, Хрулев. Что швабра палубная. Гусейн приоткрыл дверь в каюту Басова. Старший механик сидел за столом, подпирая кулаками виски. Зубы болят? А, нет. Зубы в порядке. Что это ты вздумал? Просто заснуть никак не могу. Ночь не спал, а вот не спится. Понятно. Тоскуете, значит. Я давно замечаю. О чем бы это? Всякое в голову лезет. Жену на берегу оставил. Молодая? Молодая. Так ведь и я не старик. Знаешь что? Говори мне ты, без стеснения. Мы не на работе. Эка грусть, подумаешь. Кончится навигация, поживешь дома. Детей нет еще. Будут и дети. Не так все просто, Мустафа. Неужели не поладили? Не поладили. Меня сюда послали, ей это не подходит, Мустафа. Эх, жизнь. Я вот про себя скажу. Познакомился, брат ты мой, с девушкой. Она очень славная, душевная она человек, я тебе скажу. Институт кончает. Да ведь как знакомство вести, когда за месяц всего два раза свидеться пришлось. То ночью придем в порт, а то рано утром, когда ей некогда. На пристань ее не зову. Вдруг опоздаем, или не смогу я уйти с танкером. На пристанях ребята зубастые начнут задевать. Вам, мол, скучно? Да не проводить ли вас? То да сё. Обидеть ее могут очень свободно. Встречаемся мы с ней на бульваре. И разговоры у нас чудные бывают. Интересуется она, как живут моряки и почему мы не выполняем плана перевозок. Чувствую я, что она хочет от меня чего-то и как будто ждет от меня большого дела. Ты, говорит, горяч и настойчив. У тебя много бесстрашия. Умная. Что же ты ответил? Да... Трепался, конечно. Станем, мол, и мы знатными. Погодись недельку. Вот и выходит, что ничего у нас с ней не будет. На берегу есть и горячие, и настойчивые. Только выбирай. Может быть, она уже встретила кого-нибудь, пока я был в море. Да и сама она на серьезное дело способна. На строительной практике десятником была. Меня, говорит, сезонники очень уважают, ей-богу. Слушал я ее, и мне стало грустно. Пути наши разные, Александр Иванович. Ну, тебя послушать, так все моряки холостыми ходить должны. Это вздор. У Котельникова вот жена и ребенок. У боцмана дети в школу ходят. И какие славные ребятишки, ты посмотрел. Агитируешь. Про себя-то забыл? Да я пошутил, Мустафа. У меня нет жены, я один. Ты спросил насчет зубов, и мне стало смешно. Глупо пошутил. Извини. Обманул, значит. Ну ладно, шути на здоровье. Вот, прочти-ка, что Агамали ответил. Ну-ка, интересно. Ого! 25 000 тонн сверхплана? Тяжелое обязательство. Так. Но я думаю, что оно нам по плечу.
Если мобилизовать все средства, разумеется. Какие средства? Ну, скорость хода и грузовых операций. Может быть, есть и другие средства. Нельзя ли увеличить грузоподъемность Дербента? Нельзя, Мустафа. Дербент не резиновый. А ты не шути. Сколько мы забираем горючего на стоянке? С запасом на 4 рейса. Ну, на 4. Но при чем здесь горючее? Да если запастись горючим только на один рейс, тогда полезного груза мы можем взять на 300 тонн больше. Так. Ах, черт. А? Правда? Слушай, мне это не приходило в голову. А зачем же мы возим 4-кратный запас? Не знаю. Такое правило. На случай всемирного потопа должно быть. Ну, это дудки, дудки. Надо возить не балласт, а груз. Ай-яй-яй, как же никто не додумался до этого, а? Нельзя ли еще что-нибудь снять? В канатном погребе много цепей. Якорей запасных и всякого хлама. Да, 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 да. Потом остается кладовая машинного отделения и мастерские. Правильно. Если собрать весь железный лом и старье на судне, это составит 50 тонн. Так, итого лишних 350 тонн за рейс. Ишь ты! А ты говорил, будто нельзя увеличить грузоподъемность. Можно, Мустафа. Можно. Thank you.